Агрофирма «Аэлита» предлагает сорт огурца «Маринго». Это гибрид с высокой устойчивостью к мучнистой росе и хорошо адаптируется к разным условиям выращивания. Относится к крайне спелым и пчелоопыляемым гибридам для открытого грунта. Значит, он вступает в плодоношение уже через 40-45 дней от всходов. Растения среднерослые и преимущественно женского типа цветения. Зеленцы цилиндрические, длиной до 12 см доходят, а массой до 115 грамм. Они мелкобугорчатые. Урожайность этого сорта до 6 кг на квадратный метр. Этот гибрид имеет высокую устойчивость к кладоспориозу и мучнистой росе. Номер партии 12-176-06. Вес 0,25 грамм в упаковке. Одна семечка не хочет отправляться на весы, но мы ее победили. Итак, вес 0,26 грамм в упаковке.